Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Admiral Replay, 4 сервер, у них здесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод, пишите МН. Потом убирайте 10 пункт промокод и пишите вот такой промокод, КГЕЙМ. Только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. А это вводите мой промокод. Ну что же, пацаны, пришло это время, а именно мы поедем сегодня на лед. Кстати, вот у нас здесь рядом тоже есть, можно здесь поехать. Но есть небольшая проблемка, пацаны, какая? Это администрация, потому что админов сейчас много, видите, они людей наказывают. И не хотелось бы сразу же улететь де Морган, поэтому нужно быть крайне аккуратным. И давайте запускать двигатель и поедем ближе ко льду и как-то спустимся туда и попробуем на нем поездить, возможно, подрифтить. Ну как бы, блин, лед это ж не ИПП считается, это типа, ну, лед, как бы. Я не думаю, что правило есть, типа нельзя ездить по льду, по замерзшей воде и так далее. Ну, короче, вы поняли. Поэтому я надеюсь, что все-таки меня вообще не посадят и все будет нормально. Наконец-то сегодня мы это проверим. Попробуем поездить, покататься. Давайте попробуем съехать сюда аккуратненько. Просто если машина сейчас утонет, то это будет очень плохо. Видели, просто лед сразу сломался. Так, давайте поедем в другую сторону тогда. Там тоже есть лед вроде бы как. Так, попытка номер два. Давайте пробуем с этой стороны заехать. Ой-ой-ой, не, здесь вообще очково. О, вон чувак поехал. Так, поехали за ним. Походу он знает толк, где нужно проезжать. Так, он не утонул случайно, просто его не вижу. Так, ну давайте пробуем. Просто, блядь, утопил машину сразу. Пиздец просто. А почему так быстро? Чувак, он вообще проехал легко. А я сразу в воду упал. Оно заспавнилось, кстати. Нормально. А какого хрена он так быстро ломается? Почему? Блин, ну я думал, он покрепче будет. А он вообще просто такой легенький, просто, ну, слабенький, точнее. Ну ладно, давайте сейчас возьму машину и попробуем еще раз. Все, я забрал машину, я решил сменить место нашего эксперимента. И я поехал вот сюда. Здесь есть тоже лед, но я поступлю по-другому. Я припаркую здесь машину, чтобы если она даже утонет, чтобы я далеко не бежал, короче. Давайте попробуем, я думаю, здесь тогда проехать. И он сразу ломается просто. Ну почему, блин? Ну ладно, давайте еще попробуем. Сейчас она, по идее, заспавнится, да? Да, вот. Все-таки я по-хитрому поступил. Я ее припарковал здесь, поэтому мне не придется по 100 раз, блядь, ездить и забирать машину. Так, открываем, даже закрывать, наверное, ее не будем. Давайте там проедем, я не знаю, потому что, ну, это пипец, я хочу по льду поездить. Почему мне не дают такую возможность? Так, залетаем просто, другое дело. Что, он не едет? О, нормально. Видите, она уже шатается, она уже начинает проваливать. Он чок на гелике есть. Надо просто, пацаны, не бояться и смело ехать. И все будет нормально. Так, погнали, типа, дальше проедем дальше. Я думаю, прикольно будет. Бля, по льду, конечно, что на еле едет, я не понимаю. Из-за воды? Ну, конечно, по льду и так машина в реальной жизни будет плохо ехать, поэтому я думаю, это совершенно нормально. Видите, возле причалов тоже лед. То здесь можно корабль ставить там и так далее. Так, давайте в другую сторону попробуем проехаться. Наконец-то лед нас удерживает, но на нем довольно-таки трудно передвигаться, машина сильно замедляется. Но так это довольно-таки прикольно. По льду поездить. Сказал я, блять, и машина сразу улетела. Ладно, ничего страшного. Блять, я ее не закрыл. Так, я просто клавиши путаю, блин, тут управление сампа. Я сейчас утону, помогите. О, все, заебись. Все, она утонула, да? Да, все, она заспанилась. Давайте я добегу до нее. И мы уже продолжим, попробуем еще. Бегу я такой и смотрю, там газель под мостом валяется, видите, просто. А чё у них тачки не тонут, я вот этого не понимаю. Моя, видите, тонет и спамнится, а их нет. И кто-то мою тачку, кстати, развернул. Хорошо, что я ее закрыл, поэтому сейчас пробуем в ту сторону поехать, именно вон, упал немножко. Вон именно в ту сторону, попробуем поехать сейчас на всех ходах, но, скорее всего, мы сейчас провалимся. Но попытка не пытка, поэтому погнали. Так, запускаем двигатель и погнали просто. Блять, видите, утонул просто сразу. Сразу я утонул обратно. Ну, я думаю, в принципе, пацаны, тут уже все очевидно и понятно. Поэтому можно заканчивать. Ну, блин, я думал, на нем можно будет, ну, поездить побольше, он будет покрепче, но... Ну, лед есть лед, в принципе, хотя Сиера, я не думаю, что она дохуя весит. Ладно, там, если бы на гелике ехать здесь, понятное дело, что лед там не выдержит и так далее. Ну, а Сиера довольно-таки легкая тачка. Вообще, напишите в комментариях, кто знает, на какой машине проще всего ездить по льду, чтобы она не проваливалась. Или такой нет, я просто не знаю. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Играйте вместе со мной на Радмире. Все ссылки, IP и так далее, все будет в описании. Всем пока-пока.